Кто рано на работу встает, тот далеко от нее живет. Диалог с директором завода. Скажите, пожалуйста, сколько человек работает на вашем предприятии? Вы знаете, на мой взгляд, только половина. На завод на юбилей пригласили группу «Нана» и группу «Технология». Ну, наконец-то и до нас дойдут нанотехнологии. На нашем заводе начали выпускать трубы различного диаметра. Первая труба различного диаметра уже сошла с конвейера. Хочешь ты другим в пример? Честно стать богатым. Воплотишь свою мечту с корпорацией «Росатом». Мы начинаем КВН. Для чего? Для чего?